К 10 утра 18 марта все 33 территориальные избирательные комиссии подвели итоги. Протоколы участковых избирательных комиссий введены в систему ГАЗ выборов. Это отчасти большая работа членов участковых комиссий. Они дошли до каждого избирателя. Проект, который у нас стартовал, «Информ.УИК», также повлиял на ход голосования. Избиратели шли, активно голосовали. На подписание протокола областной избирательной комиссии были приглашены члены комиссии с совещательным голосом от партий и кандидатов, представители прокуратуры и СМИ. После подписания протокола журналистов пригласили на брифинг. Явка составила на территории Брянской области 87,29%. Голоса распределили следующим образом за кандидатов. Путин Владимир Владимирович набрал 89,97% голосов избирателей. Харитонов Николай Михайлович набрал 4,24% голосов. Слуцкий Леонид Эдуардович набрал 3,62% голосов избирателей. Дованков Владислав Андреевич 1,44% голосов. Явка, которую осуществили наши земляки в Брянской области, не только 15-я, да, в рейтинге по стране, но и первая в Центральном федеральном округе. Три дня выборов работал общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами, созданный Общественной палатой Брянской области. Не поступило ни одного обращения от нашего наблюдателя о каких бы то ни было нарушениях. Наблюдая в режиме онлайн за движением избирателей на избирательных участках, не только наши наблюдатели, но и мы сами в штабе могли воочию убедиться в том, что явка очень высокая. И это было ритмично в течение всех трех дней голосования. В брифинге участвовали доверенные лица кандидатов в президенты Владимира Путина и Леонида Слуцкого. В этом году мы наблюдали беспрецедентную явку и беспрецедентную консолидацию наших граждан, граждан России, жителей Брянской области. И хотелось бы сегодня от имени нашего кандидата сказать слова благодарности прежде всего жителям Брянской области за такую сплоченность, за проявление лучших качеств, свойственных нашему российскому народу, за приверженность нашим традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Спасибо избирательным комиссиям за организацию выборов, она была хорошая очень. Спасибо нашим гражданам за то, что приходили, голосовали, отдавали свой голос. Спасибо за нашу поддержку. Так что выборы проходили в штатном режиме, все хорошо. Спасибо большое. По итогам выборов в нашей области все протоколы были подписаны без жалоб. Нарушений законодательства на избирательных участках не было. Наталья Будник, Алексей Рязанцев, Брянск.